Снеговики, олени, еловые ветки. В умелых руках художника все оживает на елочных украшениях. Воспитанницы Анапского центра творчества активно готовят новогодние подарки для города. Скоро эти красочные шары будут висеть на главной елке Анапы. Мы с детьми сегодня на занятии готовим новогодние елочные шары для нашей центральной анапской елки, которая будет стоять на театральной площади. И шары мы с ними расписываем в свободной художественной технике, изображаем на них новогодние сюжеты, темы и сюжет из русских народных сказок. Одна из художниц, Эвелина Хачатурян, свой шарик уже почти закончила. Тему выбрала не случайно. На пейзаже ее любимые птицы – снегири. Они очень красивые, мне они нравятся. Очень сильно. Тем более их пузики красненькие. А вот другая ученица, Алина Сивак, больше любит четвероногих персонажей. Цвет тоже выбран не случайно. Девочка увлекается русскими сказками. Потому что он из сказки «Серебряная копытца». Юные художницы немногословны, ведь все внимание сейчас сосредоточено на работе. До Нового года осталось совсем немного времени, и нужно успеть разрисовать все шары и нарядить елку.